привет! Это обзор импрессии к замку Чиза 3х3. Маленький замок вот такой. Значит, к нему есть два варианта импрессий. Есть двухсторонняя. Ее можно использовать как ключ наборник. У нас отдельно продаются наборные штифты. Вот. Здесь шаг идет 0,5. Есть такой вариант в виде наборника. И есть также обычная импрессия. Вот. Сейчас, значит, откроем этот замок. Проверяем. Замок на 2 оборота. Первый оборот. Второй оборот. Всем пока.